Анатолій Бойко – лікар-офтальмолог першої категорії з 2002 року. Одним із напрямків роботи є контактні лінзи. Стверджує, що в нашому місті немає культури носіння контактних лінз. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, немає все ж культури носіння лінз, так? Що ви під цим розумієте? Під цим я розумію, що люди, пацієнти, які носять контактні лінзи, носять їх так, як їм подобається, але не так, як їм їх потрібно носити. Можна буде російською мовою. Тобто, іншими словами, контактні лінзи мають определенний срок використання контактними лінзами. Тобто, це либо один день, либо дві тижні, тобто 14 днів, либо 30 днів. Лінзи, які на більш длительний срок, є гідрогелевими, тобто вони мають, крім срока ношення, ще й час ношення, тобто не більше 8-10 годин в день. Пацієнт, покупаючи контактні лінзи, вважає, що це річ, яку можна носити так, як йому подобається. Тобто він може носити більше положеного срока, довше положеного часу і обрабатувати їх не так, як положено, тобто не так, як рекомендується. Более того, они считают, что если он когда-то купил контактные линзы, то посещение врача ему больше не обязательно на очень длительный срок. То есть некоторые пациенты могут приходить к доктору только тогда, когда возникают какие-то проблемы со здоровьем глаз. Але перед цим на огляд до лікаря не приходять, так? Не приходять, да. То есть, если пациент собирается носить контактные линзы, он должен быть достаточно пунктуальным и щепетильным в этом отношении. Объясню почему. Контактная линза является инородным телом для глаза. Она ложится на самый нижний орган нашего организма, и она может вызывать различные повреждения или нарушения в плане зрения. Если линзу носить правильно, этого не происходит. Если линзу носить небрежно и как бы относиться к этому очень так поверхностно, можно получить какую-то беду. То есть все-таки бажано больше користуватися окулярами? Ну, чим лінзи краще окулярів, якщо ми вибираємо лінзи? Лінзи краще очків тим, що вони дають більший обзор. Тобто обзор практично на всі 180 градусів, більш чітке зріння, нету очків на носу, вони не запотівають, коли холодно, вони не заливаються дощем, в них можна займатися спортом, тобто вони не випадають з глазу во время занять спорту, тобто їх не можна розбити во время ігор, и так далее. То есть они дают более качественную жизнь пациенту. А на несколько годин, так? Сколько есть... годин можно носить? 8 годин. Есть линзы, которые можно носить 24 часа в сутки, 30 дней подряд. Но это линзы премиум класса, которые, единственный их недостаток – это цена. Все остальное – это положительно. Есть линзы, которые можно носить 8 часов, но это линзы, которые не дают такого комфорта при ношении линз. Поэтому как бы мы в себе в кабинете стараемся их людям не предлагать. То есть мы предлагаем в основном хорошие качественные линзы ведущих брендов, мировых брендов. И тем самым мы гарантируем, что при правильной обработке линзы, правильном ношении здоровье глаз сохраняется полностью. То есть, как бы это человек живет, как будто бы линз нету. Кольорові линзы, они псуют якось зір? Цветные линзы не портят зрение, если их использовать именно так, как их предполагается носить. То есть 6 часов в день через 3-4 дня. То есть их нельзя носить каждый день. Тобто кожного дня их не можно менять? Да, их нельзя носить каждый день. Навіть якщо колір змінювати. Дело в том, что сейчас есть контактные линзы цветные, которые на основе силиконовых линз. Это единственные в мире пока цветные линзы, которые есть официально на территории Украины. То есть это то, что завозит официальный дистрибьютор, не китайские линзы. Не те, которые дети, девочки и так далее выписывают через китайские сайты и получают, и считают, что это хорошая линза. То есть цветные линзы нельзя носить, у них очень маленький коэффициент пропускания кислорода. То есть роговичка страдает от недостатка кислорода, поэтому их нужно носить как украшение раз в несколько дней, ну так на короткий промежуток времени. А можно как-то визначити, якісна, неякісна линза, чи вони визуально нічим не відрізняються? Визуально они немножко отличаются. Да, все-таки силиконовая линза, она материал более упругий, и ее можно понять. Каждая хорошая линза имеет маркировку. То есть на каждой качественной линзе мирового бренда есть маркер. Поэтому по этому маркеру можно определить, чей это продукт, что это за продукт, иногда даже диоптрии на этого продукта. То есть там на линзе иногда будет все написано.
на китайских линзах, к сожалению, этого нет. Материал китайских линз для нас неизвестен. То есть его можно одевать, но в качестве украшения. Чому ми відчуваємо інколи дискомфорт, коли надягаємо лінзи? Контактна лінза має розмір, має форму краю, має, скажімо так, матеріал упругий, неупругий. От этого очень много зависит. То есть и глаз имеет тоже свой размер. То есть он как бы шаровидный, да, но у каждого он свой. То есть есть плоская роговичка, средняя, есть маленькая роговичка. Контактные линзы тоже бывают. С крутой посадкой, средней посадкой, с плоской посадкой. Диаметр линзы бывает тоже. Там большой, средний, маленький. От край линзы бывает закругленный, заостренный, бывает треугольный, трапециевидный и так далее. От этого и зависит, в принципе, качество ношения линз. Не все так просто линз. З тими лінзами. Да. А всім можна одягати лінзи? Чи все ж таки є та категорія людей? Противопоказания к ношению контактных линз являются вялотекущие, острые, хронические воспалительные процессы переднего отрезка глаза. То есть конъюнктивиты, кератиты, блефариты. Все остальное это не является противопоказанием. То есть носить можно практически всем, начиная с 5-летнего возраста. А ось питання з форму маю, наприклад, чи можу я носити лінзи від хорошого виробника 3 місяці, не знімаючи, навіть спати в них? Максимально допустимо время, скажімо так, ношення контактних лінз в режимі постійного ношення 30 днів. Угу. Це лінзи мирового бренду, які мають как бы, сертифікат, і вони дають как бы, можливість в них спати. Есть линзы, несколько производителей, которых можно спать, но там уже более короткий срок. То есть есть 2 недели, есть 1 неделя, есть 1 день. 30 дней никакие линзы носить вообще невозможно. От маємо сьогодні також в студію принесли декілька видів. Розкажіть про них, що це за лінзи. Ну, поки що ми бачимо лише упаковки, так. І вони манюсінькі. Це лінзи, в принципі, мірові. Ну, я б не сказала, що манюсінькі. Якщо в одній такій коробочці 2 лінзи, то це вони такі. В кожній упаковці, це називається блістер, є одна лінза. Тобто є лінзи для багатьох видів нарушення рефракції. Тобто для близорукості, для дальнозоркості, для астигматизму. Наприклад, ось ця лінза. Это она коррегирует астигматизм. А, ну, покажи, я не думаю, что там специальные линзы. А тут видно да, весь контур. Да, да. Внешние линзы ничем друг от друга практически не отличаются. Угу. То есть диаметр у них примерно одинаковый. Я думаю, лишь кольоровые линзы могут быть да, отрезняются. Да. Все остальные либо голубоватые, либо зеленоватые, либо прозрачные полностью. Тобто все одно, навіть якщо беремо прозорі, можемо трохи змінити свій колір очі, чи ні? Якщо голубоватий? Мабуть, наверное, ні. Тому що вони слегка голубоваті, роговичка у нас теж має голубоватий оттінок, слегка. Тому їх підкрашують голубим цвітом, щоб було видно в жидкості, щоб легше було знайти її в плістері при одяганні. Там такі маленькі вони там дійсно. І вони, в принципі, тут мають знаходитись, так? Поноси, назад поклав цю рідину. Ні, для використання контактних лінз є спеціальний контейнер, ну, к сожалению, я його не взяв, в якому обрабатуються і храняться контактні лінзи в то время, коли чоловік їх не одягає. Можливо, середня ціна на такі лінзи, які можна носити? Прозрачні лінзи, які... Это не цветные. Начинается от 124 гривен до 318 гривен за одну штучку. Это на 1 месяц. А что, может одну штучку купить? Лише ну, иногда око? Бывают люди, у которых зрение бывает на один глаз хорошим, на вторым есть аномалия рефракции. Поэтому иногда люди носят по одной контактной линзе. Поэтому можно купить и одну штучку. То и все. Все, все зрозуміло, так? Ось я маю декілька питань також з форумів. Наприклад, люди питають, чи може контактна лінза випасти з ока? Контактна лінза... Кіно показували, що може. Контактна лінза випасть з глаза може тоді, коли їй немножко допомогти руками. Тобто сама по собі ось так в діодні трохи, вона ніколи головою... не випадає. Є случаї, коли лінзи, які... От... говоримо, 3 місяцях і так далі, коли лінзи просто вже переношені настільки, що вони вже плотні і дуже грязні. Тоді вони можуть випасти,
ну, при очень таком, скажем, интенсивном моргании, но это при условии только вот в таком, то есть если люди абсолютно неправильно их носят. Угу. От якраз так, на як довго вистачає однієї коробки лінз, наприклад, термін придатності однієї пари? Одна линза рассчитана на один месяц. На один месяц. Да, то есть так, пара линз это один, да, в упаковке. За то, что запитував, на три місяці і не знімають, це вже дуже така економія. Це він точно, мені здається, їх десь губить, ті лінзи. Або приросте вже. Ні, линза не приросте. Є люди, які, люди, які нарушають режим ношення, линза не приросте, вона просто мутніє, становиться грязною, як грязне окно в домі, да? Через яке вже плохо видно. Она натирает роговицу, она натирает веки, то есть она приводит к воспалительным процессам. То можно сказать, что навіть 3 місяці не вийде їх носити, просто буде відчуття неприємні, в будь-якому разі навіть доведеться зняти їх. Ну, тут зависит от того, наскільки чоловік себе любить. Mm-hmm. То есть если дискомфорт, который она вызывает, его устраивает, то он может ее носить дальше, рискуя здоровьем глаз, но иногда люди носят и по 3 месяца, такое есть. Як саме їх правильно доглядати от за ними? Як їх обробляти, знімати? Тому що деякі от пишуть, що інколи просто рукою знімають, не помиючи. От наскільки це може бути небезпечно? Ні, я тобі кажу, я це читала вчора просто, я сама дійсно була в шоці, але є такі люди. Гігієна, всі достатньо гігієни. Тобто перед тим, як зняти лінзи, потрібно обов'язково помити руки, желательно звичайним милом. Тобто без добавок, без нічого. Лінзи завжди знімаються чистими руками, лінзи завжди одягаються чистими руками. Жидкость, которая идет вместе с покупкой для хранения и обработки линз, она почти делает все сама. Но механическая очистка линз не исключается. То есть линзы нужно всегда взять жидкость, налить жидкость на ладошку, положить линзу и вот так пучкой пальца протереть с одной стороны, перевернуть и протереть с другой стороны, потом положить чистый раствор. Uh-huh. Раствор меняется каждый день. Есть люди, которые его меняют раз в неделю, но они потом приходят через месяц-другой уже с проблемами. Линза, которая не очищенная, я объясню почему. Слеза, которая омывает линзу, не вода. Она сложный биологический продукт, скажем так. Да? Она имеет жиры, белки, углеводы, сахара, соли, ну и грязь, которая туда попадает. Все это откладывается на линзе. Поэтому линзу в конце дня обязательно нужно хорошо почистить. После того она утром будет... Цього десь в чаті, чи коли купуєш, да. Линзу пояснюють? Почему я говорю, нет культуры поведения? То есть люди... К докторам боятся приходить по многим причинам. Они боятся иногда узнать, что у них есть, другие просто экономят. Третий считает, что он же все знает, и доктор ничего нового рассказать не может. Угу. А четвертый на форуме запытает. Да, у соседей, у друзей и так далее, и так далее. Если правильно подходить к ношению контактных линз, пациент должен быть у доктора каждых 6 месяцев на осмотре. То, что у него все хорошо, это хорошо. То есть доктор это подтверждает, разрешает носить дальше. Иногда на этом осмотре доктора меняют коррекцию. То есть они могут поменять рефракцию, могут предложить более качественную линзу, могут предложить что-то еще другое, какой-то дополнительный раствор или что-нибудь такое. Uh-huh. Могут посоветовать, как с линзами этими общаться. Uh-huh. Потому что всегда возникают вопросы, которые гораздо проще решить с доктором, чем... Ну, поговорить з друзями, які можуть розказати, як вони це бачать, як вони це роблять. Це стосується всіх лінз чи лише тих, що покращують зір? Ні, це має бути зі всіма лінзами. Тобто ношення лінз... Тобто навіть кольорову лінзу якусь хочеш собі поставити, так, то бажано все ж таки звернутися до лікаря. Ну, цвітні лінзи покупають, як правило, на дуже короткий проміжок часу, тобто разово. Да? Є люди, звісно, які носять цвітні лінзи постійно, и неправильно, но они наши пациенты в будущем. То есть они потом приходят, мы снимаем цветные линзы, они расстраиваются, портят не зрение, они негативно влияют на состояние роговицы. То есть роговица, цветная контактная линза мало пропускает кислорода, есть тут не брать силиконовую. Поэтому нося целый день линзы, они их носят иногда в 2-3 раза больше допустимой нормы, они приводят к тому, что в роговицу врастают сосуды со всех сторон. То есть, врастая сосуды в роговичку, они ее делают мутной. Угу. После этого можно потерять зрение, если неправильно носить. То есть, цветные линзы не являются коррекцией зрения, они являются украшением, еще раз подчеркну. И с ними нужно быть очень аккуратными и очень аккуратными. То есть, одно дело одеть на вечеринку там на 5-6 часов, это как бы не проблема. Другое дело, если их носить каждый день, с утра до позднего вечера, иногда не снимая.
Дякуємо вам, Дякуємо вам, навчили, так. І нашим глядачам розказали, як правильно, що можна, що не можна. Я тепер декілька разів ще подумаю, чи купувати мені ці контактні лінзи саме кольорові, тому я думаю, краще я залишу зі своїм кольором очей. Анатолій Бойко, лікар-офтальмолог, був сьогодні у нас в гостях. Тепер ви знаєте все про лінзи, про ті, які покращують нам зір, допомагають, і ті контактні, які хочемо купувати часто, і дівчата замовляють на сайтах, тому будьте з ними обережнішими, слухайте поради лікаря і будьте завжди здорові.